Фонд Форум представляет. Уже восьмой раз Ташкент становится столицей Восточной арт-недели. За 8 лет Stylus — это 155 выставочных проектов, 24 фестиваля, 107 мастер-классов и творческих встреч, 75 показов от зарубежных дизайнеров и домов моды, 377 дефиле от дизайнеров Узбекистана, 20 конференций, 16 крупных концертов и 8 аукционов. За 8 лет в мероприятиях Stylus приняли участие более 350 посетителей, 2700 международных гостей, 1756 танцоров, 1300 волонтеров, 829 художников, 700 представителей зарубежных и отечественных средств массовой информации, 619 актеров театра и кино, 376 фотографов, 280 отечественных и зарубежных дизайнеров и 80 стран-участниц. Истории про приветливую ташкентскую улыбку начинаются на выставочных площадках и подиумах, кинозалах и театрах. Артвик в Узбекистане – сезон мечта для художников, фотографов, дизайнеров, артистов и публики, которая ждет и дожидается эти пестрые дни. Сегодня в главной роли Stylus 2013. Первое арт-соло недели от знаменитого русского альтиста Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Концерт положил начало музыкальному блоку грандиозного проекта в стиле Stylus. Пребывание Юрия Башмета в Ташкенте началось с мастер-класса в Республиканском академическом музыкальном лицее имени Успенского, где маэстро показал юным коллегам возможности альта как солирующего инструмента и рассказал о тонкостях звукоизвлечения. Сегодня такое прекрасное мероприятие, такая встреча с молодыми моими коллегами. Очень большой ажиотаж и большое какое-то желание. И я бы сказал, не побоюсь этого слова, такой какой-то патриотизм есть. То есть вот живой патриотизм в хорошем смысле. Да, вот хотят люди, не просто хотят, но и делают. И люди любят свое, то место, где они живут. Значит, они себя любят и любят свою страну. Солирующая в начале недели мелодия альтовой классики начала движение 8-й Art Week. Вперед, вперед, к пику яркого драматизма и кульминации праздника. Арт-осень в Ташкенте – это не время рук в карманах и приятного минора. Это высокая эмоциональность и оригинальность. Да, многочисленные события дней спрессованы временем, но в ритме преста успеваешь больше. Проект Фонда Форум Art Week Stylus – это полифоничный арт-проект, насыщенный значительными событиями из области дизайна и моды, живописи и прикладного искусства.
театрального мастерства, фото и кино. Art Week – это участники из всех регионов Узбекистана и более 50 зарубежных стран. Яркий, концептуальный леденец размотан пестрой лентой из хан-атласа, тем самым разворачивая в широкое полотно и микс грез, красок и эмоций, неделю искусств «Стайл УЗ». Земное притяжение созидательного Ташкента почувствовали не только тысячи ценителей и создателей мира под названием «Искусство», но и экипаж Международной космической станции. Дорогие друзья, мы поздравляем всех гостей и жителей Ташкента, всех участников Art Week Style Узбекистан 2013. Это неделя искусств, маленькая вселенная, в которой нашлось место множеству больших и малых проектов, где постоянно рождаются новые звездочки или ярко сверкают известные всему миру созвездия. У такой вселенной большое будущее. Скажем по секрету, ваши творческие звезды видны нам даже из космоса. Больших успехов вам, новых открытий и свершений. Большое спасибо, что вы сегодня все здесь. Здесь очень много новых открытий, новых имен. Больше 200 имен тех, кто приехал на Биеннале и выставляется в наших залах. Здесь присутствуют театральные деятели. Я очень рада, что эта неделя стала по-настоящему очень большой. Я уверена, что каждый, кто стоит здесь, каким-то образом связан с этой прекрасной осенней неделей, которая проходит в Ташкенте, проходит в Узбекистане. 3, 2, 1. «Стайл УЗ» — это фестивали, театральные спектакли, кинопоказы, благотворительные акции, презентации, концерты мировых звезд, дефиле от кутюр, мастер-классы от знаменитостей и, конечно, встречи с молодежью. Ведь творческая неделя в первую очередь выявляет и поддерживает талантливых молодых людей из всех регионов страны. Ташкент для меня всегда это солнечный город, это хлебный, это радушный, дружелюбный, но всегда это модный город, потому что он, я вижу здесь потрясающие выставки, причем много молодежи. Самое главное, что сохраняются традиции вековые, которые столетиями бережет народ. Арт-смотр событий недели начался с открытия 7-й Ташкентской международной биеннале современного искусства, выставочной площадки, где происходит диалог между отечественными и зарубежными художниками. Свои работы в столицу страны привезли более 200 мастеров кисти из 45 стран, 130 из которых – местные творцы. Эту емкую цифру составляют многочисленные проекты живописных и графических работ, пространство дизайнерских решений и инсталляций, модернизированные визуальные решения, творческие встречи и мастер-классы. Узбекистан – это страна с огромной культурой. Мы это знаем, а когда ты это увидишь, ты убеждаешь еще больше. Я имею в виду традиционное искусство, очень красивое традиционное искусство. И люди живут в этом искусстве. Я думаю, что одна из характеристик этого биеннале в Ташкенте – это что здесь встречается современное и традиционное. Это можно дать очень интересные результаты. Хорошая, приятная атмосфера вокруг. Огромное спасибо за такое вот мероприятие великолепное.
Очень приятно, что столько много приглашенных людей. Все очень продумано хорошо. Само помещение – это великолепно. Я вот такую галерею вижу впервые, в принципе. Хотя я посещала другие страны, но мне здесь вот сама атмосфера, светлое помещение, постановка. И вот предоставление самого вот экспозиции поставлено очень грамотно. Тема Биеннале обширна. Различные культуры – единый мир. И ни в коей мере они не ограничивают художников. Мне очень понравилось, как свободно самовыражается молодежь в своих художественных проектах. Очень необычных и очень ярких. Также на Биеннале были представлены спецпроекты. Выставка «Последний самурай. Загадочная Япония», посвященная этнокультуре Японии. Меня Узбекистан не перестает удивлять. Ощущения потрясающие, такой темп жизни, такой микс событий. Подидеть столько мероприятий, это нельзя просто описать словами. Эмоции переполняют меня. Я полюбил Узбекистан. Особо на Биеннале выделялась созданная при поддержке фонда «Форум» уникальная видеоинсталляция «Триптих. Архитектура, музыка и танец». Перед нами стояла задача преподнести узбекскую культуру восточную в современной подаче. И по аналогии с самаркандскими куполами мы вот выстроили такую конструкцию, разместили внутри плазмы. И на каждой плазме это свой регион. Из них мы выстроили некий такой калейдоскоп в замедленном движении. И если зайти внутрь, то будет впечатление, что вы находитесь в движущемся куполе, что мозаика внутри движется. Ташкентскую биеннале посетили представители Академии художеств многих стран. Благодаря этому появилась возможность подписать договоры о сотрудничестве, об обмене студентами, проведении выставок и стажировок для молодых талантливых художников Узбекистана. Как всегда, неожиданным поворотом Art Week является дерзкий и красивый андеграунд. Работы молодых дизайнеров приводят к эмоциям от желания уличить во вторичности до уважения к смелости и непосредственности авторов. Поэтому-то андеграунд называют малым фестивалем смекалистых и прогрессивных. Underground в формате Stylus – это и набросок к идее, и тщательная реализация. На это и рассчитано. Если достигается прогнозируемый создателем эмоциональный отклик, значит, это хороший дизайн и правильно выбранная стилистика. Организация на высшем уровне. Мне приятно здесь находиться. Я была удивлена, увидев столько молодежи на мероприятиях. Это замечательно видеть, как молодежь Узбекистана открыта как для узбекского искусства, так для и иностранного. Я поражена огромными шагами модной индустрии Узбекистана. Подчеркивая необычность проекта Underground, на показе была представлена коллекция российского дизайнера Натальи Медведевой. Стоит отметить, что наряды этой коллекции выполнены исключительно из бумаги. Неделя искусств традиционно включает в свою программу большой образовательный блок, мастер-классы и творческие встречи. Известные живописцы, графики, скульпторы, фотографы и дизайнеры из многих стран мира дают открытые для всех желающих специализированные уроки по всем основным программам Ташкентской недели искусств.
Джимми Чу – дизайнер с мировым именем, который создает модную и красивую обувь. Джимми Чу с удовольствием делился со всеми своим мастерством на фэшн-тренинге. Хотелось бы поблагодарить Гульнару Каримову и фонд «Форум» за приглашение на Art Week Style Loose. Я очень долго шел к тому, чтобы имя Джимми Чу стало мировым брендом. Я рад поделиться здесь с молодежью своим опытом. Смотря на дело своего отца, я захотел создавать что-то новое в мире моды. Меня очень долго не признавали, и поэтому я бы хотел посоветовать молодым, начинающим дизайнерам никогда не сдаваться. Я хочу, чтобы наша молодежь знала и понимала, и чувствовала в виде этих больших интересных уже метров, а тем более общаясь с ними, видя из первых уст и слушая их рассказы. Как говорят англичане, очень inspiring. Это вдохновляет, когда ты видишь, что человек по капле, по мизерной капле строил себя, и сегодня он построил бренд. А когда ты бренд, ты можешь заказывать музыку. Я хочу, чтобы как можно больше людей, как можно больше молодых людей в нашей стране могли построить свою базу настолько, чтобы они заказывали музыку. Арт-неделя имеет свою содержательную часть – научные дискуссии. В этом году состоялось 3 международных конференции. «Инновации и креативность. Международное сотрудничество в сфере развития индустрии моды» совместно с Британским советом. «Различные культуры и единый мир» в рамках Биеннале. И «Национальное кино в глобальном мире» в рамках кинофорума «Золотой гепард». Уже в третий раз мировые кинозвезды России, Голливуд,